Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Аньята карма курвано. Аньята карма курвано. Манарудо нибадьяте, манарудо нибадьяте, манаруро нибадьяте, гуна праваха патито, гуна праваха патито, гуна праваха патито. Нашта прагьо враджатьяда, нашта прагьо враджатья, нашта прагьо враджатьяда, нашта прагьо враджатья. Аньята карма курвано, аньята карма курвано, манарудо нибадьяте. Гуна праваха патито, нашта прагьо враджатьяда, аньята карма курвано, манарудо нибадьяте. Гуна праваха патито, нашта прагьо враджатьяда, нашта прагьо враджатьяда. Аньята карма курвано, манарудхо нибадьяте, гуна праваха патито, нашта прагьо враджатьяда. Аньята карма курвано, манарудо нибадьяте, гуна праваха патито, нашта прагья враджатьяда. Матаджи. Аньята карма курвано, манарудхо нибадьяте, гуна праваха патито, нашта прагья враджатьяда. Аньята карма курвано, манарудхо нибадьяте, гуна праваха патито, нашта прагьо враджатьяда. Аньята. В противном случае. Он здесь противный во всех смыслах слова. Карма. Кармической деятельностью. Курвана. Занимаясь. Мана аруда. Под влиянием самомнения. Арудха буквально означает «взобравшись наверх», как на лестницу, взобравшись, выбравшись на самый верх. Как было два пса, один большой, один маленький. И вот маленький как-то забрался на возвышение и стал тявкать на большого пса. И тот большой пес стал говорить, что это на самом деле не ты тявкаешь, а это возвышение, на котором ты сидишь,
позволяет тебе тявкать на меня. Здесь человек залезает на гору самомнения, мана аруда. Нибадьяте. Человек запутывается. Гуна праваха. Под влиянием. Да надо, да, так, чтобы страшно всем было, да? Прямо. Харе Кришна. Патита. Падший. Так нормально, да? Нашта прагья. Полностью лишенный разума. Враджати. Так он опускается. Адха. Вниз. Перевод и продолжение комментария у Божественной милости Шрилы Прабхупады. В противном случае, действуя по собственной прихоти, человек становится жертвой самомнения и падает. То есть он сначала вылезает наверх на самомнение, а потом падает. Так он оказывается во власти законов природы, то есть во власти трех гун – благости, страсти и невежества. В результате живое существо лишается истинного разума и навеки попадает в круговорот рождений и смертей. Оно то возвышается, то деградирует, рождаясь то полубогом на Брахмалоке, то микробом в испражнениях. И они тоже разные бывают. У нас у каждого миллиарды дружественных нам микробов и бактерий, которые помогают бороться с недружественными. У каждого из нас внутри, в кишечнике, несколько миллиардов хороших микробов, которые попадают туда из йогурта, кефира, других полезных видов пищи. И влияют даже на настроение. Люди, которым давали йогурт, другие кисломолочные продукты, меньше болели и лучше думали, лучше работал разум. Но есть и недружественные. Так вот, можно родиться таким микробом. Если кто-то ездил в Индию, то, наверное, тоже встречался и с недружественными микробами. Окей, мы продолжаем читать комментарий, вторую половину, которая развивает тему материальных условий. Условий, которые нас обуславливают. Имеется в виду пута материальной природы, которые нас связывают. Итак, конец, вторая половина комментария Шрилы Прабхупады. Материальные условия названы в этом стихе гуна праваха, потоком трех гун материальной природы. Поэтому в одной из песен Шрилы Бхактивиноды Такура есть такие слова. Митче майар баше чача беше кача ха буру бувай. Почему ты страдаешь? Почему ты то погружаешься в волны материальной природы, то всплываешь на поверхность? Это только недавно до меня дошло, что это самая популярная современная пытка. В английском waterboarding, то есть человека вверх ногами привязывают и из чайника ему в нос заливают воду. И даже самые упорные террористы через несколько таких утоплений ломаются. Вот. И Бхактивинод Такур говорит, зачем ты подвергаешь себя таким пыткам? То тонешь, то всплываешь. Хотя
при этом, при этой пытке, на самом деле человек не может умереть. Но ему кажется, вернее, телу кажется, что он умирает, и он просто, ну, мозг приходит в отчаяние, в панику. И несколько раз повторений такой пытки ломают самых упорных террористов и боевиков и так далее. Так вот, Бхактивинод Такур говорит, зачем ты подвергаешь себя этому? И что же делать? Он говорит, Джив Кришнадас Эйвишас Карлето Ардукканай. Пожалуйста, пойми, что ты слуга Кришны. Джив Кришнадас, или Даш на Бенгали. Ты джива, ну, раз ты живой, то ты джива. А раз ты джива, то ты Кришна Даш, ты слуга Кришны. Эй Вишваш, если ты в это веришь, если ты принимаешь это, Карле Та, если ты принимаешь эту веру, Ар Дух Канай, никаких больше страданий. То есть так просто признать. Так я ж, дорогая Майя, так я ж не то, что не ваш, я ж вообще даже Кришнин. А, серьезно? Ой, так извини, пожалуйста. Пожалуйста, пойми, что ты слуга Кришны. Тогда ты избавишься от всех страданий. Как только человек, вот мне очень нравится вот это, что Шрила Прабхупада все время подчеркивает, как только, сразу, мгновенно. Как только человек предается Кришне и получает знание из совершенного источника, Бхагавадгиты такой, как она есть, он выходит из-под влияния материальных гун и уже никогда не падает и не утрачивает сознание. Нашта прагья, слово прагья означает совершенное знание. А нашта прагья, если кто-то когда-то читал индийские тексты, то это известный термин. Это не просто знание, а прагья. Очень тонкое, возвышенное и духовное знание и понимание. А нашта прагья – лишенный совершенного знания. Если человек не обладает совершенным знанием, он руководствуется в своей жизни только… Кто угадает? Желаниями. Самомнением, собственными измышлениями. Мне нравится у словенов и хорватов эти собственные измышления, это измишлётины. Измишлётина. Похоже, что такое, на блевотину какую-то, да? Звучит похоже. Измишлётины. Он руководствуется в своей жизни только собственными измышлениями, и условия его жизни – все больше и больше напоминают ад. Тот, кто нарушает изложенные в шастрах законы, никогда не сможет очистить свое сердце. А человек с нечистым сердцем действует под влиянием трех гун материальной природы. Подробное описание этой деятельности содержится в начальных стихах с 1 по 6, 17 главы Бхагавадгиты. В Бхагавадгите 2.45 также сказано «Трайгунья вишая веданы страйгунья баварджуна нирдвандво нитя саттвасту нирйога кшема атмаван». Веды имеют дело главным образом с тремя гунами материальной природы. Поднимись же над этими гунами, о Арджуна. Стань трансцендентным к ним. Перестань зависеть от противоположностей этого мира, от двойственности. Нирдван 2.100. Избавься от всех тревог, связанных со стремлением к наживе и самосохранению, и утвердись в себе. Весь материальный мир и все существующее в нем знание осквернено тремя гунами материальной природы. Человек должен выйти из-под влияния этих гун, а чтобы достичь этого уровня, необходимо следовать наставлениям Верховной Личности Бога и таким образом обрести совершенство. В противном случае нас собьют с ног
Волны трех гун материальной природы. Кого-то сбивали с ног волны. Так вот, тронешь, вроде бы мягкие, да? И так, ну, вообще там, что хочешь, делай. Так разделяй. А если быстро двигаются, могут сбить. Помню, меня подхватили, перевернули и головой в песок. Как? Воткнули. Я даже не успел подумать, только с удивлением наблюдал за пузырьками, которые перед моим лицом из моего рта вырывались. Волны гун сбивают с ног. Более подробно об этом сказано в Шримад-Бхагаватам 7.5.30, где Прахлад Махарадж говорит: Матирна Кришне Парата Сватова Митхоби Падьета Гриха Вратанам Аданта Гобир Вишатам Тамисрам Пуна Пунаш Чарвита Чарвананам. Материалистов, которые поглощены погоней за чувственными удовольствиями и ничего не знают о том, что выходит за рамки их материального опыта, уносят бурные волны материальной природы. Всю жизнь они жуют пережеванное. Вот если вы где-то в маршрутке или в автобусе, где-то под сиденье дотронетесь и найдете старую жвачку засохшую, прилепленную, будете ее жевать? Вряд ли, да? Но Прахлад Махарадж говорит, что мы здесь в этом мире только этим и занимаемся. Уже все пережеванное, жеванное-пережеванное. А что было, я помню? А, я помню в детстве, когда Советский Союз пытался делать, начал пытаться делать жвачки, они появились в магазинах вообще. Не то, что там, ну, раньше надо было, чтобы кто-то привез, где-то там откуда-то издалека. А то в магазинах появились, но как-то они быстро кончались. Так пожевал-пожевал, и раз, и все. И они такие жесткие были. Но я что-то припоминаю, мы, по-моему, сахар досыпали, и дальше жуешь. Посыпать сахаром, и дальше жуешь. Вот так и мы. Вот так что-то жевал-жевал, а оно уже все. А мы туда чуть-чуть сахара. Дальше жуешь. Поздравляю. Мы, по идее, можем оставить это занятие. Жевать. Всю жизнь они жуют пережеванное и находятся во власти своих необузданных чувств. Так эти люди прокладывают себе путь в самые мрачные области ада. То есть там, наверное, есть такие более солнечные области ада, да? А есть мрачные. Так мы не то что в ад, мы в мрачные области ада отправляемся, прокладываем себе путь. Харе Кришна. Ом агьяна тимиран дасья агьянанджана шалакая чакшурунмилитам йена тасмай шри гураве намаха аканна маналакарам вьяптайена чарачарам татпадам даршитам йена тасмай шри гураве намаха ванчакалпатарубхьяща крипа синдубхья ева ча патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намаха ясья прасадата гьопи садья сарвагьятам вражет саши чайтанья девами бхагаван сампрасидату. Да смилуется надо мной Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога. По Его милости полнейший глупец может обрести всю полноту знания в одно мгновение. Тоже из Чайтанья Чаритамриты. Шри Чайтанья Манаубиштам Стапитам. Это там тоже есть, да. Но это не, ну, Стапитам Яна Бударе Сваям Рупахадамахам Дадати Свападантикам. Не то, что я хотел сказать, но тоже правильно. Прабхупад сказал, когда попросил Ямуну и еще кого-то печатать его книги, он сказал: «Вы умеете печатать на печатной машинке?» Кто-то еще печатал на печатной машинке? Здесь, да? О, это уже редкость. В наши времена это уже старинная антиквариат. Они сказали: «Нет, не умеем». Он говорит: «Вот повторяйте Шри Чайтанья Манаубиштам, и так вы быстро научитесь». Вы сможете быстро овладеть опытом 10 пальцами, не глядя. Шри Чайтанья
Падам боджа мадупебьо намо нама катанчит ашая дешам швапитат ганда бхагбавет. Стих из Чайтанья Чаритамриты. Я приношу свои поклоны всем преданным Шри Чайтанье Махапрабху, которые подобны медовым пчелам, собирающим нектар с лотоса стоп Господа Чайтаньи. Потому что как бы мы не приняли прибежище у преданных Чайтаньи, подобных пчелам, то даже если я собака, мне дадут часть этого нектара, мне дадут этого меда. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе Аннеда карма курвано манару дони бадьяте гуна праваха патито нашта прагьо враджатьяда. В противном случае, действуя по собственной прихоти, человек становится жертвой самомнения и падает. Так он оказывается во власти законов природы, то есть во власти трех гун – благости, страсти и невежества. В результате живое существо лишается истинного разума и навеки попадает в круговорот рождений и смертей. Оно то возвышается, то деградирует, рождаясь то полубогом на Брахмалоке, то микробом в испражнениях. Описана проблема и сразу же описано решение. Проблема тоже здесь описана через решение. Потому что царь Пуранджана в этой истории – это мы. Если кто-то будет вас спрашивать, а вы чем занимаетесь, вы можете сказать, я на самом деле царь. У меня есть царство, которое охраняет змей, дракон с пятью головами. И одну голову могу даже показать. Апана, прана, вьяна и удана. Ну, если в животе бурчит, скажите, вот это вторая голова. Это кто? Самана, да, которая там уравновешивает съеденное. Царь Пуранджана, живое существо, вместе со своей царицей, которая у нас здесь кто? Разум. Какой? Материальный. Что на самом деле означает махататва. То есть это не только разум, это лучше, чем разум. Потому что разум – это такая вещь страстная, а махататва – как зеркало, как розетка .ua или amazon.com или где вы там, D, IT, S, где бы вы ни находились, KOUK, где можно заказать все. И все показывают, все предлагают. Махататва – это самый тонкий элемент мистический. И вот Пуранджани встречает Пуранджану, царица Пуранджани, и предлагает ему стать царем. Она принцесса, и у нее есть город с девятью вратами, и она предлагает царить в этом городе. У нее слуги, очень важный слуга идет, за ним идут несколько, за ним идет 10 жен, у которых много-много-много прислужников еще. То есть есть он как мажордом, завхоз. Ну, завхоз как-то звучит не поэтично, да? Мажордом поэтичнее, но непонятно часто. Как? Управляющий делами, комендант.
комендант страшно тоже как-то звучит немножко. У него 10 жен, что показывает, что он не просто так себе, а такой серьезный человек. Да? И у каждой жены множество слуг. Видимо-невидимо. Часть видимо, часть невидимо. Видимо-невидимо. Много. И вот она предлагает, давай будем править в этом городе. И Пуранджана он долго искал и нашел. И это действительно очень хороший город. Потому что здесь речь идет про человеческое тело. Ну, этот мажордом, комендант, какие еще предложения, как его еще назвать? Главштаба. Нет, начштаба, как еще назвать его? Который крепостью, охраняет крепость. Комендант, окей. Это ум. Его 10 жен – это 5 чувств воспринимающих и 5 чувств действующих. А видимо-невидимо прислужников этих жен – это разные объекты чувств. И это царство, человеческое тело, действительно очень хорошее царство, потому что позволяет нам попасть в духовный мир. Это как место, где можно получить самое лучшее образование, настолько хорошее образование, что с этим образованием вас сразу забирают в духовный мир, когда вы получите это образование. И откуда мы это образование получаем? В этом городе Кришна обязательно присылает нам библиотеку, даже нет, многие уже не знают, что такое библиотека. Интернет. Там очень быстрый интернет, широкополосный, или как он называется, broadband, с доступом ко всей мудрости мира. Ко всей мудрости мира. Так, как недавно кто-то шутил, что если бы мы встретили человека с нашего детства, там, с 40 лет назад, там, с 50 лет назад, даже 35 лет назад, и сказали, о, ты знаешь, у нас, у каждого в кармане есть доступ ко всей мудрости мира, всех веков, всего человечества. Вот, если бы вы в юности, если бы вам показали, что вот, просто из кармана достаешь, и доступ ко всей мудрости мира, все писания, все высказывания всех мудрецов, даже с видео, с иллюстрациями, с лекциями, со всем. И мы бы спросили у себя сегодняшнего, да, и что? И что вы с этим делаете? Упс. Котиков смотрим, да? Смотрим на котиков. Ну, конечно, преданные не такие. Это шутка про непреданных, правильно? Да? Потому что у нас у всех стоит гитабейс с книгами, и мы можем буквально за секунду найти нужную шлоку, правильно? И сразу же найти место в шастрах, которое нам поможет решить любые сложности. Итак, Пуранджана попал в это царство, обрел это царство. Тоже мечта любого юноши или девушки, да, вот жениться на принцессе или выйти замуж за принца с городом-крепостью, где все есть, которое в самом удачном месте, да еще с таким вот пятиголовым драконом, который охраняет. Мы там увидим уже, когда даже крепость начинает рассыпаться, а он говорит, не бойся, я еще посторожу, я еще поддержу, давай, мы еще продержимся. Уже оно начинает рассыпаться. А кто у нас дракон? Прана, да. Ну, то есть у нас вот там внутри есть прана, жизненный воздух, с 5 головами, это 5 его
главных ответвлений. И они поддерживают наше тело, питают его, все в нем помогают осуществлять. Я вчера услышал, что наш мозг занимает от 1,5 до 2% веса тела, и вот но потребляет, вот можете посмотреть на вот эти бедра там. Так вот, представьте себе, что из каждого ведра четверть съедает мозг, который всего лишь по весу занимает 2%, а съедает целую четверть ведра, 25%. И каждый отдельный момент только 2% нейронов в мозгу работают. Потому что если бы работало больше, мы бы умерли от голода за несколько минут или задохнулись. Потому что при работе этот мозг сжигает, что он там сжигает, глюкозу. Да, вот будете есть сладкое, в следующий раз можете сказать, что это вот для мозга, да, мозг требует для деятельности глюкозу. И в результате выделяется очень много свободных радикалов, которые разрывают все на куски. Но Кришна очень милостиво заполнил атмосферу, которая держится за землю, состоящую из кислорода. И этот кислород, когда мы дышим, кто-то из нас больше дышит, кто-то меньше дышит, когда мы дышим, то этот кислород ловит свободных радикалов и их выводит. То есть мы вдыхаем, это одна голова прана, когда мы делаем... Это мы, конечно, обычно не делаем, мы пытаемся спрятать свое пузо, поэтому мы так глубоко не вдыхаем, да, чтобы неудобно как-то, все увидят, какое пузо. Да, или просто не научили глубоко дышать. И тогда это мы вдыхаем, а прана двигается вверх. То есть прана выдвигается, принимая, вбирает кислород. И потом этот кислород ловит вот этих всех свободных радикалов, все там, что нужно. И апана, когда мы выдыхаем, это апана, она выводит продукты распада и продукты деятельности мозга, у кого он там действует, если. Ну, он действует даже во сне, очень активно, даже активнее, чем при пересмотре телевизора, намного активнее. И таким образом мы в состоянии продолжать использовать свой разум, свой мозг. И оказывается, польза физических упражнений в том, что мы дышим. То есть когда мы занимаемся упражнениями, то главный элемент пользы в том, что мы дышим при этом. Вот. И благодаря этому и глубже дышим, и больше кислорода попадает внутрь, больше кислорода ловит свободных радикалов, и тогда мозг в состоянии лучше работать. То есть он ему не нужно, как вот в компьютере, если он у вас сохраняет энергию, он медленнее работает. Так и мозг, как если там мы не выводим продукты распада, мозг перестает работать, замедляет свою деятельность. А если мы дышим, то он может избавиться от ненужного и продолжать работать. Это то, что я вчера услышал в книге про деятельность мозга. Так вот, у нас есть этот дракон с 5 головами, он там... Ну, если мы ему помогаем, то лучше, если не помогаем, то хуже. Защищает крепость, поддерживает эту крепость. А дальше что? Ну вот мы в крепости.
И вот у нас дракон, вот у нас царица, причем у всех, как у мужчин, так и у женщин. Мы тут все такие странные, да? И мужчины, и женщины, потому что мужчины, на самом деле, это женская природа. Все живые существа – женская энергия Господа, Пракрити. А все женщины, с другой стороны, в этом мире действуют как наслаждающиеся, принимая на себя роль мужскую. То есть мы все одновременно и женская природа, и мы все имитируем единственного мужчину Кришну. Очень, очень странное такое вообще. То есть если вы про кого-то из нас узнали такое, ну то есть вообще где-то, что вот мы всякими такими странными делами занимаемся, это был бы, ну, скандал. Но мы все в этом мире вот такие странные вещи делаем. Но Кришна дает нам способность, он посылает нам информацию, как опомниться. Как опомниться, как действовать в этом мире. Он дает нам веды, которые очень опасны, предупреждает Атма-таттва. Потому что он говорит, если вы будете следовать любой другой религии, вы неизбежно потерпите разочарование и крах своих надежд, и вам придется искать дальше. Но если вы в совершенстве следуете ведам, то вы можете быть счастливыми и наслаждаться в этом мире миллионы и миллиарды и триллионы лет. Если вы не отходите от них, то только по милости преданных, которые поклоняются Господу, они могут нам напомнить, что есть и другой мир, где и драконы лучше, и мозг не нужен в таком виде, как он у нас есть, и где мы можем вечно с Кришной развлекаться в лесу на пикнике. Мальчики днем, девушки ночью. А родители и соседи утром и вечером, когда Кришна уходит и приходит. Ну, для каждого есть там свое время. И когда они садятся вокруг Кришны, то каждому кажется, что Кришна смотрит только на него. И сидит прямо перед ним. И они обмениваются прасадом. Но в данном стихе мы видим, что царь Пуранджана отправился на охоту. Это означает, что он перестал следовать предписаниям вед, указаниям вед, которые Кришна нам предоставил. И поэтому царица перестала с ним сотрудничать. Он утратил помощь разума. А если не следовать наставлениям шастр, то Кришна говорит, у нас процитировано в начале этого комментария, процитирован стих из главы 16 Бхагавад-гиты: «Божественные и демонические натуры». И кто такие демонические натуры? Как главное определение, там две вещи. Это очень странный стих 16.23, который Кришна как-то сам мне в память впихнул. Я его никогда не учил, но когда писал экзамен по Бхакти-шастре, он вдруг сам по себе всплыл в памяти. Вьяхшастравидим уцриджа вартате камакарата насасидим авапнути насукам напарам гатим. Если человек отвергает указание шастр, это одна сторона, одно свойство демонических натур, отвергать шастры, и вартате камакарата, действует по своей прихоти, или даже не по прихоти, а исходя из вожделения, исходя из своих каких-то личных желаний, материалистичных желаний, то три вещи для такого человека недоступны. Наса сидхим авапнути, он не сможет обрести совершенство, он не сможет даже просто быть счастливым,
И что хуже, на парамгатим. Он не может обрести духовное царство. Не может подняться на духовный уровень. Это самое прискорбное. Ну, то есть ни одна из целей не будет достигнута. Ни одна из ценных вещей или задач не будет ни достигнута, ни исполнена. Так что две вещи. Работа со своими прихотями или со своими желаниями – это одна вещь. А другая вещь – это то, что нам помогает избежать влияния гун – это предписание шастр. Предписание шастр, которые нам указывают, что, как делать, когда делать. Если мы принимаем, это помогает нам выйти из-под влияния трех гун, которые, волны которых сбивают нас с ног. В 11 песне Кришна в 13 главе дает 10 факторов, которые помогают нам менять поток, в котором мы находимся. То есть эти гуны праваха, они названы здесь течениями. И иногда преданные говорят, что когда кто-то пытается выбраться из стремнины или из реки, или из волн этих гун, то быстрее всего течение как раз у берега. Оно еще быстрее. И может... Ну, кто тоже в море плавал при больших волнах, кто-то плавал при высоких волнах, да, там самое сложное – это выйти потом, да, сложно не плавать. Зайти, ну, это, ну, так, немножко может быть сложно, а вот выйти при волнах – вот это задача, вот это сложно, когда большие волны. Вот когда упал, то, ну, еще плавать еще как-то вот, ну, какое-то время можно, хотя... Как долго? Обычно даже опытные пловцы умирают от переохлаждения. Даже приятная вода, она все равно холоднее тела, и человек умирает от переохлаждения за какое-то достаточно быстро, в зависимости от того, насколько холодная вода. Если вода очень холодная, то за 15 минут человек умирает от переохлаждения, даже опытный пловец. А когда пытается выбраться, там опять волны бросают еще хуже, или если взять реку, то течение может быть быстрее. И что делать? К счастью, у Кришны есть спасатели на пляже с биноклями, и с чем там, с лодками, со всем, чем нужно, которые быстренько до нас могут добраться и помочь, если мы не откажемся, если мы не начнем от них отбиваться. И иногда наше общество сравнивают с кораблем. С кораблем, который направляет Шрила Прабхупада и который помогает нам преодолеть этот океан материальных страданий. А еще есть такая очень интересная лодка, которая на самом деле очень необычная. Несколько раз упоминается в 10-й песне. Это лодка Кришна-катхи. Эта лодка очень необычным образом действует. Она, похоже, стоит дном кверху на берегу. И стоит нам принять укрытие под сенью этой лодки, Кришна-катхи, как лодка остается на месте, но океан сжимается до размера маленькой лужицы. И мы уже сразу оказываемся на другом берегу. Ни грести не надо, ни там плыть, ни ждать. Только мы принимаем прибежище, сразу же этот океан сжимается.
Очень такая удачная технология у Кришны. И поэтому, несмотря на то, что многие воспользовались, лодка так и остается на этом берегу, потому что им не пришлось ее забирать. Если бы это была обычная лодка, надо было бы забрать и оставить на том берегу. И тут определенные сложности, как ее обратно достать и так далее. А у Кришны очень особая технология, только ты принимаешь прибежище в этой лодке, сжимается сам океан, и ты уже там, ты уже на том берегу. Иногда, чтобы принять прибежище, тоже требуется подправить гуны, которые на нас влияют, может как-то выбраться из водоворота какого-то, преодолеть определенные течения, которые нас затаскивают куда не надо в этом океане. И в 11 песне, 13 главе Кришна перечисляет 10 факторов, которые помогают нам поменять влияние гун на нас. 10 факторов – это агамо, па, праджоу, деша, кала, чакарма, чадеша, ча, дьянам, мантроу, тасамскаро, дашайте гунахетава. 10 факторов, которые помогают нам поменять влияние гун – это агама, каким писанием и предписанием мы следуем. Мы изучаем, какой вилкой кушать крабов, а какой вилкой кушать рыбу, или мы изучаем писание, как наслаждаться сексом, или мы изучаем Шримад-Бхагаватам. В зависимости от того, какая у нас книга настольная, это определяет, какая гуна на нас будет влиять. Агамо па, апа – это что мы пьем и чем мы питаемся. Агамо па. В комментариях даже говорится, чем мы моемся. Ну, что мы на голову себе льем. Ну, мы на голову себе льем чаранамриту. Ну, которая тоже сразу спасает. Праджа, с кем мы общаемся? Прабхупада говорит, если вы будете общаться с пьяницами, то вы станете пьяницей. Если вы будете общаться с преданными, вы станете преданным. Деша, какие места мы предпочитаем? Казино, рестораны, или же лес, или же храм? Тоже, где мы больше бываем, то и гуна на нас будет влиять. Время. В какое время, чем мы занимаемся? Какая деятельность, какой деятельностью мы занимаемся? Медитация. На что мы медитируем? Там очень интересно, в комментариях говорится, мы медитируем на вожделение, на исполненных вожделений представителей противоположного пола или же на врагов, то есть две главные темы, да? Представитель противоположного пола и враги, которые недоброжелатели. Или же мы медитируем на Кришну и на преданных. Падмапурана говорит, что если медитировать на преданных, на святых, то мы получаем 1/100 их благочестия, их пуни, их заслуг, просто вспоминая про них. И самскара, какие ритуалы мы совершаем? У нас какой ритуал? В пятницу напиться вечером, да? Или чаранамрита по утрам тоже, да? То есть какие у нас ритуалы? Или прийти на Шримад-Бхагаватам, или читать джапу. Вот эти 10 вещей помогают, Кришна говорит, быстро поменять влияние гун на нас. Это 10 главных потоков, через которые на нас влияют гуны. И нужно начать. Буриджан Прабу говорит, что иногда он... И это не так легко. А самое болезненное – это первые моменты, когда нужно поменять поток, в котором ты находишься. Бриджан Прабу рассказывает, что иногда он приходил в Гурукулу, и все было не так. Ну все.
и погода, и ученики, эти дети, и все вредные такие, и все падает и валится из рук, и все наперекосяк. Ну вот, ну все неправильно. И он говорил, что он просто себя ловил на этом и думал, что ну так не бывает, чтобы неправильно было все. Что-то обязательно должен быть, должно все же быть хорошо. Ну, без сатвагуны нет существования. Этот мир не может существовать без сатвагуны, без благости. Поэтому он пытался найти хоть что-то, что правильно и что хорошо. И он говорил, ну, в этих учениках он пытался найти хотя бы хоть что-то хорошее. Это было нелегко. Поэтому он думал, ну вот этот шалопай, хулиган, вот, по крайней мере, он умеет хорошо дышать. Вот посмотри, как хорошо он дышит. Ну, вот размеренно, глубоко, вот он хорошо дышит. Потом еще что-то находил, потом еще что-то находил. И потом вдруг раз, и оказывается много хорошего вокруг. То есть вы поменяли поток, перестроились, вышли из течения, которое тянуло вас куда-то в темные места и перестроились в то течение, которое несет вас к райским островам в духовном мире, на котором исполняющие желания коровы, у которых сладкое молоко, которое делает вас здоровыми и счастливыми, и где все время можно проводить за пикниками с Кришной. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Вопросы, комментарии, дополнения, сомнения, возражения? Шрила Прабхупада, не, конечно, это было полушутливое замечание Атмататвы про опасность вед, потому что веды в точности описывают, как найти материальное счастье. То есть веды дают идеальные наставления, как быть счастливым в материальном мире материальным образом. Конечно, это все равно не удовлетворяет, но можно застрять надолго. Во всех религиях есть святые, и во всех религиях есть бхакти. Более того, очень часто святые во всех религиях говорят о чистом бхакти. И, причем осознанно и осмысленно они описывают чистое бхакти. То есть бхакти не ради материальных благ, не ради даже освобождения, даже не ради духовных благ, а ради любовных отношений с Господом. И это есть у святых практически у всех, во всех религиях. Есть святые, которые говорят даже не про бхакти, а про чистое бхакти. И Шрила Прабхупада говорит, что мы не пытаемся обратить христиан в индуизм или мусульман еще куда-то. И Шрила Прабхупада очень часто, очень либерально высказывался, что если кто-то очень привязан к своей религии, прошу дуже, пожалуйста, вот просто воспевайте имена Бога, как вы знаете, какие вы знаете, и действуйте, исходя из чистых мотивов. То есть действуйте ради удовлетворения Господа, посвятите себя, практикуйте чистое бхакти, чистое преданное служение. Потому что у них есть это, просто у них не хватает часто теории, у них не хватает часто парампары и ясного изложения, ради чего нужно поклоняться Богу и какая, в чем цель жизни, в чем цель практики. Если кто-то очень сильно привязан, можно как-то попытаться вдохновить их заниматься чистым преданным служением. Очень часто даже в этом можно увидеть, что если
человек становится преданным, то, по крайней мере, если его родственники не становятся преданными, то, по крайней мере, они начинают практиковать что-то. Они начинают ходить в церковь, начинают становиться серьезными христианами, начинают что-то там изучать. Я считаю, что вообще нас должны спонсировать все религии, потому что это благоприятно для них самих. Потому что стал человек преданным, и 8 или там 5 родственников стали ходить в церковь. Поэтому я считаю, что они должны нас спонсировать за это влияние на общество. Но дальше желательно тоже, чтобы эти люди поклонялись Господу не ради материальных благословений, даже не ради освобождения, хотя это лучше, чем материальные цели, а в рамках чистого бхакти, для удовлетворения Господа, для того, чтобы развить любовь к Богу. Это настоящая цель жизни. Это единственное, что действительно способно удовлетворить душу. И святые часто к этому и призывают. И святые есть действительно везде. То есть Кришна не бросает на произвол, и даже неудачливые души, которые попытались скрыться от него в каких-то странных местах и убежать подальше, даже туда Кришна посылает какое-то вдохновение и дает людям какое-то откровение, понимание, чтобы люди могли духовно расти, развиваться. Но в Бхагавадгите и в Шримад-Бхагаватам, Бхагаватам с этого начинается, что отсюда выпнута, пинком выброшена лжерелигия. То есть религия, которая направлена не на вечное, не на вечное отношение с Господом. В Бхагавадгите тоже, вот этот стих, который здесь приводится, очень интересно. Бхагавадгита – суть ведической литературы, и при этом эта Бхагавадгита призывает не идти на поводу вед, ведической литературы, которая описывает, как наслаждаться тремя гунами. То есть это писания, которые отвергают сами себя. Ну или, если точнее, отвергают более низкие цели, описанные в них же самих, в этих же писаниях. Достаточно редкое событие или редкое явление, чтобы писания это разъясняли ступени развития и какие части этих же писаний нужно отвергнуть, чтобы подняться выше. Окей. Тонкое тело. Ага. Ага. Да, это аргумент, который иногда приводят материалисты, что если повредить мозг, то человек или умирает, или теряет способность пользоваться какими-то аспектами сознания. И поэтому они говорят, вот, это доказывает, что все мышление и сознание – это продукт материи, продукт деятельности мозга. Ну, естественно, что это очень слабый аргумент, потому что есть другие объяснения. Например, если повредить лампочку, то тоже пропадет свет. Но это не означает, что источник электричества – это сама лампочка. Она проводник, или то, что трансформирует электричество в сияние, в свет. Также и мозг – это интерфейс, или то, что соединяет грубое тело с тонким и помогает проявиться этому сознанию на грубом плане.
помогает повлиять на тело и на деятельность тела. А какие, что может помочь в этом удостовериться, это множество случаев, когда у людей там просто отсутствовали какие-то части мозга, или у которых там отстрелили треть мозга, или у которых там пробило какую-то часть мозга, или у которых вообще не было мозга, там после, как это называется, аутопсия, после смерти, когда их, как это называется? В морге, что с ними делают? После вскрытия, да. После вскрытия задокументировано множество случаев, когда у человека просто не было мозга. Просто была какая-то жидкость, а мозга не было. Или там какая-то часть перестает работать, но человек сохраняет сознание, сохраняет способность и перенастраивает этот мозг, и все равно начинает проявлять какую-то способность, которая считалась утраченной раньше. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, то есть это такое более грубое объяснение. Что касается эмпирических доказательств, то их полно. Та же клиническая смерть, те же исследования Стивенсона, да? Йен Стивенсон, который пытался доказать, что клиническая смерть имеет грубо материальное объяснение, и в конце концов уверовал в нематериальное, в существование сознания не на грубом материальном уровне. Что касается грубых доказательств, то их полно. Люди, которые вспоминают прошлые жизни, люди, которые там... Ну это же был страшный кошмар американцев, когда они обнаружили, что в Советском Союзе есть целые тайные институты, которые занимаются именно областью сознания, которое не зависит от грубого тела. Мистические силы, видение на большом расстоянии, без каких-либо приборов. Они перепугались, что ага, они этим занимаются, а мы этим не занимались. И вот в Стэнфорде они начали программу, которая как раз и исследовала, насколько это реально, убедились, что действительно это реально, это действует, и люди, которых они тренировали, рисовали более точные карты каких-то ракетных баз в Сибири, чем они могли сфотографировать с этих со спутников, или чем они там пользовались в то время. И вот сейчас мы встречались, ездили, Сарвагья был там, Бриджбас из Киева, у нас была конференция в Милане. И там Друтакарма, который ездил по всему миру со своей книгой «Запрещенная археология», встречался с учеными. И он говорил, что он встречал одного из директоров этой программы из Стэнфорда, который занимался развитием вот этого дистанционного видения. То есть когда человек при помощи сознания, это, естественно, не доказательство существования духа, но, по крайней мере, показывает существование тонкого тела, разума. И вот после того, как холодная война подошла к концу, потому что в Советском Союзе не было экономики, как таковой, вайши всех убили или репрессировали, или запретили полностью, кушать было нечего, нефть упала, экономики не было, и поэтому война прекратилась из-за того, что один из участников просто рассыпался из-за отсутствия вайши и экономики, которых поубивали. И эту программу свернули. Но он начал школу, где он учит всех желающих вот этому дистанционному видению. То есть как видеть на расстоянии, и там несколько еще других вещей. То есть если брать просто эмпирические эксперименты, которые показывают данные, есть огромный массив данных, необъяснимых при помощи каких-то грубых схем. грубоматериалистического воззрения на сознание. Ну или этот друг Йогананды Бербанк, который вывел
главную картошку, которой пользуется большая часть мира, там, по-моему, четверть всей картошки в мире, или, и который повыводил много других видов. Там слива тоже одна из самых популярных, Burbank Plum. Он много таких. Но как он занимался этим, как он это делал, он не селекционировал, не подбирал, не скрещивал, он с растениями разговаривал. Там, например, он вывел породу кактусов без шипов. И как он это сделал? Он просто с маленького возраста подходил к этому кактусу и говорил: «Дорогой кактус, я тебя полностью огражу от всех опасностей, я предоставляю тебе полную безопасность, я тебя буду от всего защищать, не бойся, не нужны тебе шипы. Шипы не развивай, не выращивай». И вырос совершенно гладкий кактус без шипов. Он доверился. Ну, там тоже Прабхупада работал в лабораториях Боуза, а Чандри Боузу, Джагадиш Чандри Боузу дали какую-то Нобелевскую премию, не помню за что, но вот он проводил тоже много всяких экспериментов с этими с растениями, которые узнают людей, и если кто-то их там резал или отрывал там от них что-то, то как только этот человек заходил в комнату, у них сразу же прыгал сопротивление, замеряемое электрическое сопротивление. Но если рядом находился человек, который их каждый день поливает и ухаживает за ними, они сохраняли спокойствие. И они... А там целые статьи про это есть. Там, и почему про это никто не рассказывает на уроках биологии и ботаники? То есть как это помещается в грубоматериалистическую схему строения мира и жизни? Как это объяснить с грубоматериалистической точки зрения? То есть что касается данных, экспериментов и эмпирических данных, полно. Есть огромные массивы этих всех экспериментов, которые это показывают. Просто не хватает честности иногда или действительно стремления понять и принять. Ну и тоже не хватает даже просто парадигмы, то есть не хватает научной парадигмы, которая помогла бы им как-то согласовать вот эти разные уровни существования, грубые формы материи, тонкие формы материи, а дух так вообще это табу для многих ученых. Они не смеют даже заикнуться очень часто. Ну, мы будем надеяться, что эра Господа Читания будет развиваться дальше, и есть уже много всяких интересных ученых, исследований, которые пытаются через физику, через что-то там еще как-то донести до людей понимание того, что жизнь – это не просто набор химических элементов, что есть тоже сознание и есть дух. И дух – это частичка Кришны, которая является вечным слугой Кришны. И если мы принимаем бхакти, как мы только что прочитали, зачем ты себя поддаешь этой пытке? То тонешь, то всплываешь. То тонешь, то всплываешь. Джив Кришна дас, эй вишвас, карлито ор дух канай. Вот джива, душа, слуга Кришны. Если ты просто примешь это, твоим страданиям настанет конец. Харе Кришна, Кришна, Кришна. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.